и кормушки вешай. Здоров, щитуй. И сегодня мы с вами будем делать чизбургер. Но делать его сухую я никому не рекомендую. Перед этим желательно хорошенько накатить. Подойдет любая горячая жидкость. Ха! Бля, заебись пошла. Приступаем к готовке чизбургера. Для этого нам понадобится булка. Кетчуп майонез. Блять, это же горчица. Да похуй. Одна морковка. Ну и чудо нос. Не даешь, не убьешь. Отрезаем нашу булку. Та-ра-та-та. Наливаем наш кетчуп на булку. Не мешай своих булок, а мешай этих булок. О, бля, сразу видно будет насыщенная пизда, да? Еще нам понадобится одна сосиска. Не ваша сосиска, которая у вас, а эта. Нарезаем наши овощи. Тут главное пальцы не отхуячь. Ай, блядь! Кажется, палец отхуячил. Блядь. Ложим меж булок. Накрываем. Наш чизбургер получился суховат. Надо добавить яичко. Сразу видно лучше стало. Заебись. Тут главное с яйцами не переборщить. А, о. Куда откатилось? Ну что, приступаем к дегустации. Ах. Вот, беги. Ну, в общем, кому понравилось, ставьте лайки. Ну, а я... Мать честная. Кажется, трусы прошманул. Ё-моё. Чё ж я наделал-то? Чё ж я наделал-то, а? Не оттерёшься теперь. Блядь, и воняет. Чего творится-то, а? Лапша-то откуда? Вчерашняя, что ли? А?